Всем привет! Всем привет! Мы будем открывать пластилин! Да, мы будем сегодня открывать Play-Doh пластилин и будем лепить тортики и пироженки! Ты повар сегодня! Я сегодня повар, и Дима сегодня повар! Иди скорее садись! Откроем вот такую яркую коробку Play-Doh, да? Там, смотри, у нас 5 разных цветных баночек! Внутри с пластилином. Сейчас откроем эту конструкцию и посмотрим, как же там можно приготовить разные тортики. Мне тоже очень интересно посмотреть, что же там. Вот такие вот баночки яркие, цветные у нас. 5 цветов, Дим, смотри, какие яркие. Вот так, Дима счастлив, он очень любит лепить что-нибудь из пластилина. Это розовый. Розовая банка, да? Это белая. Белая. Держи, это какая? Голубая. Голубой пластилин. А это? Оранжевая. Оранжевая. А это? Это желтый. Желтый. А вот таких вот у нас 5 разных очень ярких баночек с пластилином. Держи. А это такая? А это формочки, Дим. Вот, смотри. Это такая... Можно сделать человечка. Вот такая вот штука у нас должна получиться для приготовления тортиков. Формочки, лопатки у нас в наборе. А вот сюда, смотри, банку вставляешь, чтобы удобно. Вот она. Газовилку. Спасибо. Ты тоже повар. Это важная тарелочка. Во, какая красотища у нас получилась. Да? Такая прям конструкция. Вот. Очень интересная и легкая. А вот шприц нам кондитерский тут еще положили. Будем сейчас туда загружать пластилин и выдавливать. А, Дим, подожди, это вот сюда. Смотри. Во как. Очень здорово. И этой штучкой будем продвигать. Нет, это все. Вода. Угу. А это, смотри, такая вот для десертов. Вот так сделаем десертики и закрывать будем. Вот какая веселая у нас лопатка. Нет, и вилочка очень такая интересная. Сейчас вот на эти веселые тарелочки будем делать мы пироги. Ну что, какой цвет первый откроем, Дим? Вот это! Какой это цвет? Желтый. Желтый у нас первый, да, по плану идет? Сейчас мы с тобой откроем ее. Да, это такая интересная. Очень такой классный пластилин разноцветный, там еще какие-то точечки, да? Что такое? Что такое? Ну-ка давай попробуем. Давай, проталкивай. Ну-ка посмотрим, будет там выдавливаться сейчас фигурка. Вот так, да, вот, смотри, как у нас все с тобой получилось замечательно. Вот такой вот Дима мне сделал вот такую пироженку. Очень интересную, желтенькую, да? Давай теперь розовую сделаем. Чтобы было красиво. У нас сейчас очень красивая будет яркая пироженка. Это я сам. Да. Вот такая вот у нас. Смотрите, какая пироженка. Как змейка такая получилась. А вот тут еще вот так все у нас открывается. Вот сюда можно тоже фигурки делать. Вот, давай вот так. И Дима спрячет сейчас. Вот и все. Смотри, вот тут я уже мишку сделала. Можно вот украшать наши фигурки мишками. Вот так вот, смотри. Вот же у нас еще какие фигурки есть. Да. Давай белый откроем цвет. Очень есть. Классный пластилин. Даже не липнет к рукам. Вот чистые руки. Очень легко лепится из него все. Какая у нас получилась рифленая немножко пироженка. Держи. Маленькие фигурки закладывай. Там еще из них маленькие формочки будут. Вот такой у нас получился вот смешной маленький гамбургер. Мама, а я пеку торт. Помогу тебе.
Такой у нас получается интересный многослойный торт. Такой торт с тремя свечками у нас. Вот можно испечь, это, допустим, клубничный пирог. В общем, эта игра бесконечная. Можно придумывать разные фигурки, пироженки, тортики, булочки, все что угодно. Украшать их очень красивыми фигурками, цветочками, звездочками, мишками. То есть это игра на воображение, на фантазию. Дима вот очень увлекся. Ему особенно нравится что-то загружать, выдавливать, смешивать цвета. О, вот как. Колбаска у нас получается. Веселая, яркая колбаска. На червяка похожа. Прижимай. Вот так. Что же получилось? Достаем? Это торт. Торт. Да, вот такой у Димы получился торт. Творческая кулинария. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока, друзья. До новых встреч. А мы продолжаем с Димой лепить вкусные тортики.